Доброго дня, дорогие подписчики. Сегодня кота пробуем вот такого вот. Только сначала, ребят, хочу предупредить вас. Заряда на телефоне мало. Так, случайно сегодня просто зашла. Увидела кота, брать не хотела. Ну, думаю, ладно, попробую. Если вдруг котейку этого вытащу, заряда не хватит. Но я вам покажу уже тогда его потом в пост-видео. Что в итоге вышло, то есть уже в конце, потому что, о, смотрите, ребят, обалдеть, и вы сами это видели, даже хватило мне заряда, ребят, ну это, конечно, круто, 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 слов нету, даже не знаю, что теперь выбрать, я думаю, это видео просто заслуживает лайка, как минимум, и подписки. Классно, мы кота вообще достали, ребят. Ну, это супер, супер. Кот пойдет в розыгрыш призов, который у нас состоится, когда у нас будет 1000 подписчиков. Так, вот мы пробуем зайку Фредди, но чисто на остатки монеточек. Вот. А так, конечно же, у нас уже есть котик. И, в принципе... Что нам еще нужно для счастья? Ребят, ребят, что это было? Две игрушки подряд? И вообще, это шутка или как? Ребята, смотрите, кого мы достали. Гляньте, гляньте, кто у нас? Он не вылазит. Ай, ребята, он застрял. Ай. Так, давай пока сиди здесь. А, как этого-то достала? Вообще непонятно, ребята. Это, конечно, было очень круто. Это зайка Фредди. Еще один у нас зайка Фредди. Или зайка Бонни. Может быть, он Бонни. Пишите в комментариях, кто это. Так, и котейка. Ребята, смотрите, кто у нас есть. Мы прикрыли деликатное место у кота. Ну что, ребят, ставьте лайки, пишите в комментариях, у кого есть такой чудесный кот. Подписывайтесь на наш канал Game Country. Для тех, кто не знает, он называется. И всем пока-пока, до новых встреч, до новых игр. Не пропускайте наши новые выпуски. Чао!